Всем привет! В этом видео мы снимаем распаковку экшн-камеры Wii 2 4K. Вот так выглядит коробочка заводская. Будем открывать. Малышка. На этот раз мы заказали себе черную на AliExpress. Ссылку вы можете увидеть в описании к этому видео. Стоила она нам $215. И пришла где-то за 1.5 недели. Открываем здесь экранчик. Вот здесь уже у нас появился экранчик наконец-то, которого мы так долго ждали. Кроме камеры у нас здесь какая-то бумажка. Спасибо, что выбрали Wii. Инструкции. Батарея уже побольше. Так, инструкция на английском языке. И все. Батарея 1400 мА. Должно хватать ее на 2 часа, как здесь написано на упаковке. Ну, посмотрим. Маленький проводок USB. Такой же, как и был в предыдущей версии камеры. Ну, ничего нового. Все, больше у нас ничего нет. Ну что, давайте попробуем поставить батарею. Здесь их с кнопкой. Нажимаем ее. Сейчас попробуем установить. О. И здесь есть отверстие для microSD карты. Сейчас мы ее тоже поставим. О, поставили. Так, закрываем. Включаем. Сенсорный экран. Ну, вот так выглядит менюшка. Куча настроек каких-то. Сейчас будем настраивать. Но это уже будет в следующем видео. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полноценный обзор. И пишите свои комментарии.